Находимся на вершине первого участка. Вот тутай ТР-3 добирается до своего участка. Решили начинать от самого сложного с камнями. А тут посмотрим, стартует. Должна тутай по таких достаточно больших ямках выехать тутай на вершину. Мы на самой вершине, очень опасно. И здесь спуститься, выехать наверх. Потом проехать направо, заехать опять в наше место и типа спуститься здесь вниз. Вот. До конца мы еще этого участка не понимаем, но типа так. Будем смотреть по исполнению марш. Все. Первый экшен. Первый запуск машины. На этих соревнованиях сейчас посмотрим. Штурман выбежал. Посмотрим, насколько сложный подъемчик. Будь аккуратный, чтобы его не снесло, не дай бог. Хрен знает, как они будут вылетать. Все, машинка едет. Штурман на четырех ногах. Коксу, коксу, коксу. Нафиг хоп. Надо было... День солнца, как раз наверху, очень плохие кадры. Уперся мордой. Морда уперлась. Колеса не сильно вынесены, поэтому будет ему сложно выскочить. Вышел. Все, завис. И надо перепрыгнуть этот. Пошел, молодец. Молодец. И счесал достаточно много, а следующим участникам будет намного легче уже здесь. Группа поддержки здесь большая. Так как должно быть. Своих не бросаем. Ну и что скажете, первый участок, так первый участок прошел нормально, да? Так рассчитывали или нет? Очень спокойный водитель, видно, пилот очень спокойный. Фишка, 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 фишка. Тихо! Не оборвал. Вот сноси машину на ленты. Ему надо выехать за. Отлично, въехал на камешек. Давай лебедку, не мучи машину. Надо уже лебедку цеплять. Не рвать машины, цеплять лебедочку и быстренько выскочить. Тутай порог, буду долго бодаться на этих камнях. А уже бы якорь есть, нужно было забить и уже выехать. Выскочить. Ну это наша, конечно... Тактика у них другая, у них своя тактика, они понимают это все по-другому для себя. Вот поздно, надо было якорь кидать как бы наверху. Но все равно, никогда не поздно. Вот, ребята уже наконец поняли, прислушались из нашей тактики, вот, разматывают лебедочку. Конечно, обязательно должен быть тросогаситель, который буду накладывать на трос, что-то, о. Не заработала лебедочка. Свободный ход не могли включить. Учили, чтобы лебедочка свободно разматывалась.
No i jeszcze trochę nie silno namatane, można wręcznie go rozmatać. Jakar tam postawili. O. Зрители, как всегда, мешают. Да? Очень тяжело нам даже ногами тут ходить. О, вот. Якарчик забили. Так надо было сразу. Прикольно выехала машинка быстренько на лебедочке. Потеряли, наверное, уже там минуту или 30 секунд. Если бы то раньше сделали, на 30 секунд бы быстрее выехали. Вот, сейчас будет разворачиваться по часовой стрелке. Как-то якорь у них не зафиксирован такой. Вот такие камни под травой, которая не видно здесь, но она есть, и надо тут аккуратно перемещаться между камнями. И выходит последний где-то тут коридор обозначен, в который надо им вписаться. Все спускается по дереву. Вот. Итак, как ребята, на участках можно встретить очень известных пилотов, так как и очень известных блогеров, режиссеров и остальных персонажей, да? Вот. Ну все. Вот участок номер два. Тут штурман идет, проверяет глубину, где можно, где не можно. Но мы видим воды по пояс. Tutaj korydorczyk, który będzie nadal wjechać i opiąć, a wjechać tutaj psykami. Jak widzicie, one dostateczne. Dobry. Вот, jak wasze sprawy? Normalno. Da? Co, kupajeca? Chłodna? No da. Tam kamnie, большие pod wodą, mówią. Nie? To хорошо. Da. Вот. Сейчас пойдем посмотрим, как буду проходить. Ну, едут потихоньку. Я бы это легко проехал, да? На девяточке. На девятке. Рубрика посвящается диванным, да, джиперам? Я бы здесь на девяточке, на легке. Да. Дивановые джиперы, да? Вот мы с другом на моей Ниве такое ездили. Да, не по таких ездили. Что-то не может выехать. Чем лебедки не мотают? То лучше лебедочкой чуть-чуть, чем порвать все на этих камнях. Легкий ход. О, видишь? Так не экономить время. Ну, я правильно? Здорово. Если у нас положено нужное количество и объем. Вы то главное. То он должен быть, да. Что нет 2 килограммов, есть килограммовые. Огнедушитель, поэтому машину не запускаю на трассу. Буду искать сейчас 1 килограмм. Ну, это долго. Тогда вернемся до
этого участника, который уже финиширует здесь. Последняя прямо у него. Вот какие вывес. Еди. На грани падения уже машина. На грани падения. Пошел, перескочил. О, бутылка какая-то нашлась. Такой триал, жесткий триал. И даже нам туда сложно проходить. Очень много вот колючих таких кустов, которые можно могу поранить. Вот. То можно мост здесь вырвать. Сел, там камушек внутри. Видишь, вон он? Левая нога. Там, пока мы туда и смотрели, Шрек проехал участок по камнях, не посмотрели. Тут надо на лебедке. Лебедку и не мучить машину, то можно порвать мосты. Он бы уже подцепился за это время, стянул машинку. О. Да, иди. Тут и финиш. И физические группы. Все, пошли. Нашли огнедушитель второй. Да, все по регламенту есть. Поэтому запустили машину. Сейчас будет сложный первый спуск. Но для них подвеска, пню, можно за разгона. Что-то они очень спокойно едут. Давай. И тут сложные камни, перескочить. Дядя, дадите руку. Неправильно.
знаходиш? Да. Я ему потом отправлю. Стратегия же была другая. Он же должен был по правой обойти. А сейчас он рискует вот сесть на живот. Не, он ломается. Видишь, это ракушняш. Все. Ала. Хорошо, что очки камнем очки получу. Лебедочка, и все, и вперед. Все. А тут кто-то ехал уже или нет? Нет. Он первый. Вот там 50 баллов, да? Первая часть. Ваша вторая этапа. Мне чуть-чуть тикет. А мы тоже первая. Это да. Что-то лебеда не... Лебеда не работает. Есть горы за камень. Есть горы за камень. Юра, не работает лебедка. Слышь, отпускает что-то. Что? Брат! Все, дерево вырвал. Дерева уже нет. Все, сел так нормально. Собрались самые умные люди на точке. Вот так, даем. Да. Я бы то лучше проехал, да? Вот буду цеплять за камень. Не заебите их. Ниже. Юра, не трогай. Погасите. О. Не надо, там все хорошо. Не. Так все хочет. Вот так хорошо. Еще советники. Как бы без зрителей мы тут проехали тот участок. Все. И камень вот. Тащи камень. Назад, вперед. Экшен прямо на наших глазах. Шустрая лебедка, так что... Пошел, съехал чуть-чуть. Лебедка еще. Вот такая игра. Надо на лебедке помогать машине и будет гораздо быстрее. Весь участок надо на лебедке проезжать. Вот. Пошел вообще не тот коридор, что надо. Они планировали там поехать по вершине. Мы пошли по самым сложным. Ну, так уже трасса направила. Мы очень близко стоим, дальше я не могу, бо обрыв. Но зато есть комментаторы здесь у нас, известные люди, которые не один такие мероприятия делали, да? Они знают, как делать, чтобы было сложно участникам, да? А теперь попал и сам будет. Мы стоим в опасном месте, но... Не настолько опасно, бо камни нас защищат. Росомаха, ты уходи, он что-то направо, налево лети сильно. Это
это, по-моему, самый сложный такой участок, неприятный. В других местах. Охуеть. Как я назад, я тут стою. Все. Вот я перемещусь, я ставлю на этом камне. Очень опасное место. Опирается вот там. Что за глухо? Так бывает. Оп. Удар конкретный. Правый рук. Лебедку цепляйте. Цепляй лебедку, быстрее будет. Пошел. Машина ему бухнет. Что, теперь в море и по берегу, да? Да. А чем углохнет, Юр? Нет. Это ты, бывший конструктор этой машины? Падает, в аварию падают, непонятная проблема. Перед этим чинили, думали, дроссельная заслонка. Вроде как выявили, что дроссельная заслонка, а оказывается что-то еще. А может это сами, датчик коленвала или нет. Как это, ну, этой фигни? Ну, по диагностике не показывают. Да, диагностики часто не показывают. Вот сейчас воду будет спускаться и с красной прямый участок по воде на финиш, да? А там камни такие. Да, я знаю. Такие. Но Шрек сказал, там нет тут камней. А, да. Тут тебе опасно не сядет, то есть нужно взять лектор. Юра, это наша палатка, да? Да. Нормально. Дякую. Можно тебя обнять? Да, конечно. Все, вода нормальная, без камешки, но он быстренько перескочил. Бедные машины на этих камнях, пипец. И порог. Он должен там выпрыгнуть без проблем. Конечно. Все.